Всем привет! Дорогие мои подписчики и гости моего канала, вы на канале Нефрай 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, то бишь нефрит. И ну, и самое главное, там, помощница его. Настя, привет, ребят! Сегодня у нас новая тематика, продолжение прохождения Silent Hill 2, но мы не будем уже не за Джеймса играть, а будем играть за Марию, как она, по идее, встретилась с Джеймсом, как произошло это все, предыстория. Ее история. Да. Ну и Настя, ну, как обычно, у нас должна что-то ляпнуть интересное. Интересное, очень правильное. А мы, ребята, забываем ставить любо, подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, много-много-много-много. Нажимать на колокольчик, писать наши новые видео. И вступаем в группу ВКонтакте «Наши 90-е». Нам интересно. Ну, мы будем нормально проходить, да? Да, уже легким прошли, уже Джеймс, мы будем нормально. When I woke up, I was all alone. Everyone's gone. Is it because of those monsters? What do I do now? Do I fight and live? Or do those monsters get me? I don't have any reason to go on living. But I'm scared to die. I'm so afraid of pain. Should I run away? I want to find somebody. I don't like being alone, but is there anyone left alive? А мы начинаем. Мы начинаем. А да, ходить. Начинаем. Я сейчас буду учиться заново. Да. Возможно, кривляем уже патроны. Там фунфури где-то были, я видел. И она их видит. Фунфури, фунфури. Самое главное. Во, фунфури. Без фунфури никуда не пойдем. Ну, Мария, видимо, нас тоже любит. Налечь на эту, на кружку. Так, ладно. А вот мне бы еще помнить бы, куда идти. Выходи в дверь, Вот, отлично, слушай. Все вниз нам, вниз. А там что? Там ничего нету, там все закрыто. А, это дверь вот эта же, которая ведущая туда. Куда она, ничего не закрыта, во. А, это бар. Вон, доширак так лежит, что? Видишь? Тесак, и записка. Это не записка, это тесак. А, made in China. Грозная девка, слушай меня. О, блин. Да. Ох, как. Какой-то злой человек. Как и на попу, ты виляет красиво. Ты о чем? Ты что наблюдаешь? Небесная ночь. Тут мне не выйти, да? Я еще здесь могу выйти. Все, выходи, отлично, пошли отсюда. Куда мы идем-то? Мы идем на улицу. Зашибись. Ты меня порадовала прям. Да. Я не люблю улицы в Silent Hill, потому что там много блуждать, и я не понимаю, куда мне идти. А карты, конечно, нет, да? Ну и чё, а толку мне от нее? Там вот иди. О! Ноги. Ноги. Ока! Они нас это. Больно.
Так давай, добивай уже. Она со страданием бьет ноги. Ну что, ноги, может, они ей понравились. Ноги ей понравились. Ну, что, женщина обращает внимание на ноги. Если они красивые, что бы это? И приспособить куда-нибудь. Приспособить куда-нибудь? Да. Ног... Ноги приспособить? Да. Фунфырь. Так, ладно. Собик. Трэвис где-то ездит. Вот я. О, может в эту нам аптеку? Мне здесь делать нечего. Сука, нам в больницу не надо. Бруклинская. Аптека, это выглядит больница. Да, вообще. Бруклинская больница. Аптеку вот собрался. Так что если тут фунфыри на каждом углу? Кто-то нам для нас их расставил. О, блевалка, блевалка, блевалка. Там блевалка ходит прямо передо мной. В другую сторону бежит. Так я знаю, там блевалка ходит. Мне надо было развернуться. Она тоже неповоротливая, как и Джеймс. Возьми пистолет, а? Патронов мало. Чего уж на таких штук тут? Ну она взять? Очень медленно бьет эту штуку. Больно, я не знаю, куда мне идти. Что-то там тер-тен. Бульвар разбитый крест. Ай, что-то не фит у нас в это. Ушел куда-то не туда. Куда не туда ушел? Не в тот репертуар. В смысле? Ну, у нас же другая музыка обычно. Ну, а тут, если то он бруклинская больница, и у меня исполнилось Бульвар Бруклин Дримс. Что-то тумана много стало, мне кажется, что я его там потерялся в этом тумане. Ну, это, как дым как будто. Да, какой-то уж сильно густой туман тут стал. Ну и ноги гуляют опять. Давай! Надя, не рискуй. Давай. Ей жалко ноги. И всех жалко. Ну такая женщина, что-то хотел. О, раскривушка. Я слышу знакомые звуки. Где она? О, другой стороны. А тут где-то. А, он на крыше ползает, смотри. Как туда забралась-то? Эй, раскривушка! Слезь оттуда! Давай как-нибудь повоюем. Интересно, что она там делает-то? И как мне туда попасть? Ну, блин. А что, тут ничего нету, думаю, какой-то? Нам помоги поступить. А как она там оказалась-то? Эй! Ей тоже, видишь, скучно, она вся скрипелась. Ей скажи, дай слезу, дай слезу, дай слезу. Значит, я правильно иду. Видишь, тут все по пути всякие непонятные штуки. Ну, а мы идем дальше. Если уж правильно идем, то мы правильно идем.
Она умеет быстро-быстро-быстро бегать? Не, она не Джеймс. Куда? О, ноги. Еще ноги. Сюда. Йо-хо. Блин. Ну, пожалуйста, не умри. Тут, короче, ничего не оказалось, тут тупик. Я бы об этом знал. Да. Можно я в гостиницу «Синий ручей» нас? Синий ручей? Фунфари собираю, вот, пожалуй, походу дела мне туда и надо. Ручей. Не, ну ладно, сейчас туда сходи, посмотри, там точно тупик будет уже. Не, смотри, там не тупик. Тут есть проход. Странно. За Джеймса, тут нет, тут никакого прохода нет, есть. Похоже, замок сломан, я не смог. О, все. Ну, это тоже тупик. Да, зато мы все удостоверились. Значит, на синий ручей точно. Сейчас как дойдем до синего ручья. Во всех смыслах этого слова. И зальем. Ой. Ой! Ну чё так тумана-то много стало? Синий туман. Синий ручей. Нет, синий ручей. Похож на рифей. Похож на рифей. О, пиво рифей было же. А, ну сейчас, по-моему, есть. Только уж другое. Не пермское. О, смотри, какая дверь интересно выделяется такая. Сука, сюда нельзя. Ну, это же не активная дверь. Пассивная дверь. Интересно. Да, пассивная. Пассивная дверь. Это что-то новое. Двери стали пассивными. Да. Ох ты, блин. Реально. Ох ты же, блин. Она же тебя пленула. Сделали это. И она больше не станет оскорбушкой. О-хо-хо. Еще одна сейчас блеванет. Вау. Ой, Василий, это не надо. Добивай уже. Надо. Хелиза. Да, лечит. Давай бухнем. Бухнем. О, напоим ее вообще смачно. Так выдохнула, жралась чуть-чуть. Опа! А как в этом? Дюги. Нет. Да. Нет, в этом. А в этом, в Горьком. Ага. А-а-а. Они там мохают, по-моему, все. Да. Ну как не закурить в такой ситуации? Ходишь там, а всякие бегают везде. Кстати, заходим на канал, смотрим Горький 17. Да что-то Горький 17 хорошо смотрит. Да пусть мне лучше смотрят. Мне прям вообще нравится просмотр. Я тут посмотрел последние просмотры, там что-то было за 20 с чем-то уже. Люба! Что-то. Даже очень круто. Для меня-то это что-то новое. Бляха-муха. Еще познание, куда идти. Этот туман меня прям вообще добивает. Так, что у нас за улица? Мэнсон. Мэнсон. И Кац. А куда нам? По Кац? Нет. Пойдем по Кац еще прогуляемся вот так. В синий ручей. Так, мы пойдем в синий ручей, но мы по Кацу прогуляемся вначале. До конца улицы. Может, что полезного найдем, может, бухло найдем еще. Пиза, стой! Не буду. На свадьбе, стой! Не буду. Никогда. Я думаю, может, что-нибудь найду, какую-нибудь полезную штуку. Эй, ничего нету, что ли? Мария, почему у тебя бухла мало? Плохая алкашка. Джеймс, зато бухарик что-то. О, у него этих фунфурей, дошираков и ампулы.
Это вообще... Ой, ноги стоят. Ой, еще одни ноги. Блин, что-то не хочу я с вами биться. Одни ноги, блин, везде. Пошли ноги. Пошли отсюда. Да. А там он что-то есть, походу, дело. Тут ноги меня заколебучат. Побегай, ноги за мной. Мы сейчас уйдем подальше от этого места. Будем ноги уводить. Вот там звучит уводить ноги. Потому что уносить ноги, а тут уводить. Да. Все, сейчас быстро от них сваливаем, чтобы они меня не видели уже. Во! Патрон для пистолета. Все. Все, будем из пистолета сейчас стрелять нахер. Давай. Я ждала этого. Не, ну на ноги я сейчас патроны тратить не буду. Я от них и так убежать. Там что просто больше не надо, поэтому мы не будем ноги бывать. Пускай гуляет. О, дошик. Все отлично, дошек собрали. Бежим дальше. Бежим. Вот видишь, не зря сходили мы по кацу. Тишина. И патроны нашли, и дошек нашли. Тишина, никого нету. Ноги гуляют. О, еще ноги. Блять, че, ноги! И нахрен вас. Идите гуляйте дальше. Есть интересное, может ничего. Блять, еще кто-то шлепает. А это уже раскривушка. Не раскривушка, но это блювушка. Попочка. Попочка твоя, да. Твоя попочка. Не моя попочка. Вон она ко мне идет. Ай, я так хотел. Я успел бежать. Угу. Зашибись! Да блин, стой. Надо было зарядиться сначала. Так в нее столько же надо высадить патронов, как и ножом. Ой, бля. Ноги стойте дальше. Походу дело вот куда мне. Блять, еще кто-то ходит. Что, мы дошили синей ручей? Я не знаю, куда мы пришли. Ой, сейчас блеванет. Куда поскрипело? Вот теперь девушка. Вон там еще одна ходит. Быстро отбежать, чтобы не это плеванет. Че, пока повторим, мы пришли в синий ручей. Где мы? У меня нет карты этого места. А здесь синий ручей. Да, значит, нет, мы за синим ручьем. Ну пошли там, дверь вон какая-то есть. Сейчас мы туда пойдем, вначале надо все проверить. Что тут раскривушки ползали. Тут что, труп лежит какой-то? Труп. Все. Логично. Этим все сказано. Да. Кратко со статуантом. Ну что, раскривушки ничего не охраняли, что ли? Они тут тусовались, а ты им тусовку спортом. Они труп тут нюхали. Опа. Давай картинки посмотрим, что на стенах. Давай. Она ничего не говорит насчет них. Она говорит, опа, она, что тебе надо от них? Вася говорит, я не хочу понимать, что это. Тут, короче, сломано. Я не хочу сразу идти большие двери. Я тоже не хочу. Блин, походу дело только туда идти. Ну да. О! Вот и шрак. Патроны, да, с патронами. Охранялка. Эн, точно. Вначале все прошмонаем. Записька. Да. Карта! Наконец-то, поместье. Так,
карта поместья. Да. Кстати, ребят, я сегодня так кайфанул классно. Вы бы знали. Так, вот вы, конечно, это не понимаете. А я вам так скажу. Кто... Ну, думаю, у меня... Многие тут поймут. Короче, ребят, я смог сделать, запилить на флешку, винду поставить. Короче, флешка стала жестким диском. Такое может быть. Да. А мы еще погуляем. Так что, кому интересно, кто ну, хочет... Да. Заказывайте. Можем вам сделать. Работает намного быстрее, чем обычный жесткий диск. Работает так же, как SSD-диск, но она будет всегда при вас в кармане. Как говорится, карманный Windows, как я прозываю это. Так, ну, есть, думаю, опятый тоже есть получит такой. У нас группа, еще одна, ТК-59. Да. Там все контакты, где можно заказать флешку, есть. Ссылку оставим в описании. Кого, группы? Да. Да я потом ее прикреплю это тоже. В шапку. Но пока в описании. Нет, я потом в шапку ее прикреплю и все. Чтобы она хорошо была в шляпе. Бля. Че, еще живы, что ли? Да вы чё такие живучие ноги-то были? Стояли они статуи, бронированные какие-то. Так, блин. Что-то я ещё... Белую табличку я нашёл, не доширак. А, это даже... Блин, таблички. Блин, таблички. Боже. Ладно, помчались дальше. Дальше помчались. Мчится время, все вперед. Час, блядь. Мне кажется, или мы тут кругами ходим? Нет, ладно. Закрыто. Значит, блин. Куда мне эту белую табличку? Да я не мог тупо через перила, я отлично все. Не, надо подумать, куда белую табличку надо пиздречить. Экран, наверное, надо еще, наверное, какие-нибудь таблички. Там красную, черную, например. Так надо понять, куда ее впиздрячить, ты меня я слышишь? Я поняла, куда. Рано еще ее впиздрячить. Рано еще ее впиздрячить? Куда рано еще ее впиздрячить? Ты что, не помнишь? Нет. Я спойлерить не буду. Вот и не спойлери. Спойлер, спойлер, спойлер. Ответ. Не туда, нет, не сюда. Туда, сюда, сюда, туда. Туда, вот так. Дверей. Да, вот эта дверь еще закрыта. О! Чего? Ой. Is somebody there? Open up. Open up. Hello. Все. Никого нет. Заняты. Stop it. You're disturbing me. Таким голосом в туалете заняты кричать. Finally found somebody. Can you open the door? No. But why? Why? Is it really necessary for me to answer all your tedious questions? Yes. Oh, I didn't know that. I want to be alone. Other people just irritate me. I just want to see another human face. Do you know what's happening in this town? There's no one here. Just monsters. Yes, I know. But so what? It has nothing to do with me. No one here means there's no one to disturb me. You want to be alone in this insane asylum? Yes, exactly.
But how can you say that it's this town that's insane? Perhaps it is we who are insane. Both of us. Hopelessly insane. Are you satisfied? Would you leave me alone? My name is... Yes. Maria. What's your name? Ernest. Hemingway? Baldwin. Ernest, I'll be back. I'll be back. Сука. Потрещали. Мария Терминатор. Ernest? Ты там? Are you there? No. I guess not. Только что был ведь. Это же Эрнест. Болдуин. Нет. Болдуин. Ой. Что ты где-то брякнул? Смотри куда-то. Он бегает так смешно, да? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Жаль, маленькая. Вот сюда, камин. Видишь? Ага. А, все, только у меня тут три, по-моему, их, да, или? Да, три. Я говорю, белая, красная, черная. Тут в футболе нельзя. А, ты спойлернула, ха-ха-ха. Ладно, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале NeFry1987, с вами был Нев. И Настя Нау. Не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии и нажимать на колокольчик, чтобы читать наши новые видео. А также ставим группу ВКонтакте в наши 90-е и БК-59. С нами интересно. Это точно. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока. Let's rock.